Всем хай, танкеры, Злобин на связи. Сегодня у нас видео, которое я, честно говоря, думал никогда не выйдет, но все-таки оно есть и вы его смотрите. Посвящено оно медали Тарцая. Это, думаю, для тех, кто шарит, они осознают, насколько это редкая и уникальная медалька. И как ее сложно получить. И как вы можете заметить, она у меня есть. У меня были все эпические медали, кроме нее. То есть даже медаль Бруна у меня была, уничтожить 3-4 танка. Медаль Бийота было несколько штучек. Не было только Тарцая. И недавно я решил посвятить этой медальке стрим, сделать марафон и за 24 часа попробовать взять этого Тарцая. Для тех, кто не осознает, что это вообще за медаль, ребят, медаль Героев России за 7 фрагов, какой-нибудь Колобанов, они даже рядом не стоят с медалью Тарцая. Потому что ни у одного моего знакомого, а у меня в основном знакомые киберспортсмены, танкисты, у которых там по 100 тысяч боев, например, Иван, у них нет медали Тарцая, потому что она очень рандомная и получить ее специально, ну, сложно. И случайно тоже сложно. В общем, заключается в чем суть этой медали, как ее получить. Уничтожить не менее 5 танков противника, сломав не менее 5 разных модулей своего танка и потеряв 80% прочности. В общем-то, звучит не очень, да, казалось бы просто, но тут есть дополнительные условия. Победить в бою, окей, выжить в бою чуть сложнее, но все равно можно еще сделать. И третий пункт, самый сложный, который делает все получение этой медали практически невозможно. Учет уничтоженных танков противника начинается после получения всех перечисленных повреждений. То есть сначала вы должны получить 5 разных критов модулей, что уже рандомно и не факт, что вы получите. Нужно найти танк такой, который будет критоваться. Потом потерять 80% прочности. И только после этого уничтожить 5 вражеских танков. Понимаете? Пока я пробовал это все выполнить, много было боев, где, во-первых, у меня не получалось получить 5 критов, во-вторых, очень много боев, где я уже получал эти 5 критов, но к этому моменту бой просто заканчивался. Потому что пока ты получишь 5 критов, сделаешься шотным, 80% прочности потерять, уже не останется танков. Поэтому эта медаль, ребят, я никого, еще раз повторюсь, не знаю из танкистов, у кого она есть лично. А я довольно-таки много танкистов знаю. И я ее взял на стриме и предлагаю вам сейчас посмотреть этот реплей, как это все было. Я выполнял, конечно же, во взводе с нагибатором. Он играет на своем первом аккаунте New Finder. И он мне просто-напросто помогал, потому что соло я понимал, что я ее не возьму. Конечно, шансы были. Я соло брал Бийота, вот как раз на этом стриме, когда нагибатор отходил. Но Бийота это не Тарцай все-таки. Я вам хочу напомнить, что Бийота и Бруна отличаются только количеством фрагов от Тарцая. На Бийота нужно 2 фрага, на Бруна 3-4. Вот, здесь изначально, смотрите, моя тактика. Я беру фугасами, ломаю себе орудие. Это раз крит. Потом пытаюсь здесь сломать еще гусеницу, но она не поддается. Дело в чем? На самом деле... Всего нужно получить 5 критов, но мы выяснили, что можно в самом начале боя самому себе нанести аж 3 крита. Объясню почему 3. Первое орудие, второе это каток, вот сейчас я его сломаю, вот правый каток я себе сломал. Левый не стал ломать, потому что уже времени не было и в принципе это тяжело сделать, но... Моя задача сейчас выходить на противников левым бортом, чтобы они мне кританули этот левый каток. И после этого у меня уже будет 3 крита. И противникам нужно будет сломать мне всего лишь 2 модуля. А я вам напомню, что я играю на самом ужасном танке, по моему мнению и по мнению всего танкового сообщества. Танки 10 уровня это Т110Е5, у которого... Сейчас его занерфили в хлам, у него КД 10 секунд, альфа 400, никчемный, медленный. И при этом, вот сейчас я выезжаю на гриля. Смотрите, сейчас, секундочку скажу. О, у вас как раз черный экран, хорошо. Сейчас скажу про Е5. Это жуткий критосборник, у которого в борту, просто если вы ему стреляете под башню, вы ему уже ломаете БК. Стреляете ему в лоб, у него там мехвод находится. Стреляете в лючок командир и в корме баки с двигателем. Практически любой выстрел это крит. Конечно, если ВБР будет на вашей стороне, вам ничего не кританут, но, наверное... 70% выстрелов в нужной точке, они критуют какой-нибудь модуль. Поэтому мы брали Е5, чтобы получить эти криты. Здесь уже что? У меня есть пока что 2 крита. Я выезжаю специально бортом, чтобы мне сломали боеукладку. Смотрите, гриль уже по мне выдал и, к сожалению, не сломал. Я стою, жду, пока Йох по мне начнет выдавать. Раз! Йох мне сломал бак в борту. Уже хорошо. Сейчас меня поджигают. К сожалению, больше критов нет. Раз, смотрите. Гусеница сбита и повреждена, бла-бла-бла. То есть, это левый каток. Получается, у меня уже 4 модуля. Несмотря на то, что внизу написано 3, на самом деле у меня уже 4. 2 катка слева и справа. Орудие и бак. Мне нужно сейчас всего лишь один крит, но при этом у меня уже 600 хп осталось. И я понимаю, что сейчас у меня есть шанс только от какого-нибудь Йоха или Бэшки словить бортом, и чтобы кританулось БК. В принципе, для Е5, чтобы критануть БК в борт, но я говорю, это 70%, что при выстреле в борт и БК кританется. Я не теряю надежды, выезжаю на Бэшку, и она мне ломает БК. Все, я с этого момента, смотрите внимательно, я потерял 80% прочности, получил 5 модулей. После этого можно чиниться. Только после того, как вы потеряете 80% прочности и сломаете себе 5 модулей. Только после этого можно чиниться и делать фраги. Теперь моя задача, смотрите, одного уже мои союзники убили противника. Моя задача убить 5-х. Чтобы получить этого торца. Я уже шотный, вот, в этом и сложность. Даже если у вас получилось сделать себе 5 критов, потерять 80% прочности, вы станете шотным. И как из этой ситуации сделать 5 фрагов, это довольно-таки тяжело. Нагибатор здесь танчит от борта. Вот, теперь в игру выходит нагибатор. Внимание, убили гриля. У меня 0 фрагов. Осталось 5 противников, и мне их всех нужно убить. Что довольно-таки сложно. Но поехали. Нагибатор здесь разрядил Йоха. Я выцеливаю ему в лючок, выдаю тычку неплохую. И все, начинаем уже подсасывать. Я вижу, что там едет 60 ТП. Нагибатор выдает по Бэшке, но 60 ТП по Йоху. Йох становится шотным. Я его быстренько забираю. Вижу, что там и 7, но он вроде кадешится по 60 ТП. И здесь Бэшку решил фугасом, чтобы наверняка альфа все-таки пограничная. Может не пройти, забираю. 2 фрага у меня уже есть, лечу на ИСа 7, не боюсь, вижу, что он меня не целит, здесь выдаю в НЛД, но так получилось, что все сложились, у него осталось 70 хп, мы с нагибатором летим, там в принципе все по хп у противников хорошо, я понимаю, что нужно забирать Семку, но Семка в сейве, потому что ее никто, кроме нас, с нагибатором не может убить, а вот Бабаху могут убить, потому что за ней едет аж 3 танка, я говорю нагибатору, чтобы он принял от Бабахи, выдал по ней, она его не пробила, и здесь... Попадаю в этот малюсенький какой-то треугольничек, не пробиваю. Там сзади уже три союзника едет, могут подсосать Бабаху. Если они это сделают, то я не успею. Я выезжаю и успеваю все-таки забрать. Нагибатор в это время танкует 7. Я понимаю, что могу. Все, 7 КД. Выезжаю кумулем. ТВП забирает моего совзводного. Меня не успевает забрать. И здесь выезжает Е100 с Ягой. Я в КДшке. Я нахожусь от них в 30 метрах. То есть до ТВП они быстрее доберутся. Я еду, сотка выдает, Яга не успевает, я лечу просто, там еще 60 ТП, мне нужно успеть между Ягой и соткой как-то протиснуться, и здесь все, Яга стрельнула, я на миллисекунду первей забрал 5 фрагов, и все, я понимаю, что здесь уже мы не были уверены насчет крита гусеницы, но все-таки она сбилась, и здесь, ребят, вот она, медаль Тарцая взята. Таким вот образом мы ее взяли очень на тоненького, на стриме мы брали 3 медали Бийота, ребят. 2 медали Бруна, то есть 2 раза нам не хватало по 1-2 фрага до торца. И вот 1 торцай. Кто не видел стрим, можете посмотреть, я его добавлю в описании. Вот она, ребят, сейчас, конечно, эмоции уже не те, да и тогда, на самом деле, мы потратили 7,5 часов, я в конце ролика вставлю эмоции, как мы взяли эту медаль, что я ощущал, но там, сразу скажу, мы играли 7,5 часов, были чуть уставшие, время было час ночи по московскому, по нашему времени, немножко уставшие, но поверьте, эмоции, у меня был стрим, где я брал 7 медалей героев Россиняя. Стрим назывался «Не выключу трансляцию, пока не возьму 7 расиков». В итоге, вот когда я взял 7-го расика, это, поверьте, это не те эмоции по сравнению с Тарцаем. Тарцай, ребят, самая редкая медалька в игре. Все, она у меня есть. Огромное спасибо нагибатору, всем, кто был на стримах. Вот так я взял эту медаль, ребят. Пишите свое мнение, видели ли вы хоть у кого-то такую медаль, возможно, она есть у вас. Я, конечно, сомневаюсь, но вдруг. И если есть, то на чем вы ее взяли. Также извиняюсь за черный экран. Не забывайте про розыгрыш. Именно сегодня, в воскресенье, он пройдет. Возможно, стрим уже идет, если вы смотрите это видео. Стрим начнется в 14:00 по МСК 27 числа. Поэтому все приходите. Буду разыгрывать премиум танк 8 уровня. Вот. Ну и также на Трово раз в месяц будет розыгрыш премиум танка 8 уровня и премиум аккаунтов. Поэтому... премиум дней, точнее. Поэтому подписывайтесь по ссылке в описании, там проходят стримы. Фух. На этом все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Сейчас смотрите эмоции, когда мы получили непосредственно эту медаль на стриме в прямом эфире. И всем бабе. Куда Бабаху смотрит? Ладно, дай по Бабахе выйти. Хорош. Боже! 5 секунд, не успею. Ну сейчас Семка подойдет. Давай, успеешь, успеешь. Семка выбирай. Угу. Сейчас. Хорош. Ну, ТВПшка стоит. Боже. Нет, успеешь, нет. Успеешь. Найс. Так, и главное, был крит или нет? Чел написал был. Прикинь, рофл сейчас реально не возьму. Есть. Чел есть. Взял? Да, был. Шок. Господи, у меня сердце чуть не остановилось сейчас. Все, ребят, вот оно. Вот оно! Сюда! Просто, ребята, все. Ой, жесть, это скриншотик точно. Ребята, ой, это лучше, чем 7 расиков, ребят. Это лучше, чем 7 расиков за стрим.